Иди. Иди сюда. Давай. Цезарь. Уговаривать главного героя съемок выйти пришлось долго. Цезарь – личность немедийная, хоть и стал победителем первого конкурса пушистой переписи. Наверное, шутит хозяйка, стесняется, что обошел соседа, таксу Жорика. Вообще мы надеялись на победу. У нас два участника было – собака и кот. Конкурс я увидела в соцсетях. Вообще мы стараемся всегда участвовать. У нас уже не первый выигрыш, вот, и приз очень хороший, обследование животного полное в клинике. За подарки боролись 23 пушистика из 4 городов Ямала. Выбирали десятку победителей среди животных, уже прошедших чипирование. Процедура обязательна с 1 сентября этого года. В госветклиниках региона ее можно пройти абсолютно бесплатно, а после можно испытать удачу и подать заявку на участие в акции «Пушистая перепись». Заявки подаются через сайт Северпресса на пушистую перепись. Необходимо добавить фото своего питомца, также прикрепить регистрационный номер, по которому зарегистрирован чип, и указать кратце данные вашего питомца, его кличку, возраст, интересные факты из его жизни. Конкурс продлится еще 2 месяца. Следующую десятку счастливчиков определят 9 ноября. Мария Савельева, Антон Соболев и Владимир Зелинский. Программа «Время» Ямала-Салехард.